вперед. Ну, Максимыч, все ли у нас в порядке? Все ли благополучно? Так точно! Отставить. Точно ли? Да капрал Прохоров подрался в бане с Устиньей. Отставить. Из-за чего? Из-за шайки горячей воды. Немедленно встать в строй. Разобраться, кто прав, кто виноват. Наказать обоих. Кругом. Направо-налево разойдись. Раз-два, левый. Раз... А вам что угодно, батюшка? Я Петр Андреевич Гринев. На службу к вам. Со мною здесь человек мой крепостной. Мне нужен комендант. А он, батюшка, с солдатами на марше. Но это, впрочем, все равно. Я его хозяйка, Василиса Егоровна. Прошу любить и жаловать. Гринев Петр Андреевич, на службу к нам. Присаживайтесь. Я смотрю, вы, батюшка, печалитесь, что сослали вас в наше захолустье. Ну ничего, ничего. Не ты первый, не ты последний. Стерпится, слюбится. Швабрин Алексей Иванович, вот уже как пятый год, как к нам переведен за душегубство. Бог его знает, какой его там грех попутал. Взяли они с одним поручиком шпаги, и ну вдруг друга пырять. А Швабрин Алексей Иванович и проткнул поручика. Ну, что прикажешь делать? А, на грех мастера нет. А вы в каком полку служить изволили? Ну ладно, ладно. Потом допросить успею. Присаживайся, чаю попьем. Позвольте представить, наш новый сослуживец, прапорщик Гринев Петр Андреевич. А мы уже познакомились. Машенька, да где ж ты была? В церкви. Да, все птички да цветы в душе у ней. Позвольте представить, наш новый сослуживец, прапорщик Гринев Петр Андреевич. Ну, давай. Так,
к столу, к столу. Присаживайтесь. Присаживаемся. Так, Петр Андреевич. Присаживайтесь. Петр Андреевич, а живы ли у вас родители? Слава Богу, в добром здравии. О, в своей деревеньке в Симбирской губернии батюшка вышел в отставку в чине премьер-майора. Я его единственный сын. А каково состояние у них? 300 душ крепостных. И бывают же богатые люди на свете. А у нас душ вот всего две. Девка-дуняшка и девка-палашка. Ну ничего, живем понемножечку, не тужим. Да, живем, сударь, не тужим, верно государыне служим. Да, одна беда. Маша девушка на выданье, а приданого алтын-денег, частый гребень, да веник, чтоб в баню сходить. Ну, Боже, прости, Господи. Маменька. Маш, что маменька? Машенька, что маменька? А хорошо, если найдется приличный человек. А то так сиди в девках целый век, вековечную невеку. Ну, полно ну, тебе! Ну, маменька! Маша! Маша! Маша, ну... Алексей Иванович, позвольте вам представить наш новый сослуживец, прапорщик Гринев Петр Андреевич. Швабрин Алексей Иванович. А мы уже познакомились. Садитесь. А я слышал, что на вашу деревню хотят напасть башкирцы. Небось не сунутся. А сунутся, я им такую остраску устрою, что лет на 10 угомонятся. А что слышно о разбойнике, о Пугачеве? Ну, точных сведений пока нет. Говорят, у него 6000 войска. Со страху голосят. А кто ж он такой-то, Пугачев этот? Разбойник. Вор! Беда в том, что народ... Народ искренне верит, что он исконный русский царь, который хочет вернуть свой законный престол. Но не беда, не беда, отобьемся мы и от Пугачева, и от войска его. Бог не выдаст, свинья не съест. И вам не страшно в крепость? Нет, батюшка мой, не страшно. Я в молодости очень боялась. Как завижу рысьи шапки, сердце так и замрет. А теперь ничего, привыкла. Василиса Егоровна, дама у нас прехрабрая. Метель-то как под вечер разыгралась. Будто бес ревет. Будто бес ревет. Будто бес ревет. Бес ревет. Что случилось? Он проткнул его в нашей гвардии. Заводить смертоубийство у нас такого отродясь не было. Поединки формально запрещены в воинском артикуле. Это все Швабрин Алексей Иванович. Он к нам из гвардии был выписан за душегубство. Он, наверное, в Бога-то не верит. Иван Кузьмич, разведи их по разным углам и посади на хлеб и воду, чтобы у них вся дурь прошла. Гринёву без того он уж наказан, а Швабрин... Швабрин будет сидеть под караулом в хлебном доме. Палаша! Забери шпагу у Швабрина и запри ее в чулан. А ключ мне отдай смелее. Алексей Иванович, надеюсь, вы отдумаетесь и раскаетесь. Уведите. Вот все вашему батюшке расскажу. Письме напишу. Устроили тут, понимаешь. Матушки, матушки, не пишите, пожалуйста. Спасибо вам, Марья Ивановна. Разбойник близко в 20 верстах. Нижняя Озерская крепость сюда. Разбойник немедля. Владей самозванец. Имеет тех, кто называет себя императором Петром III. Оставим пороху отведать. Ходили мы по турку и по шведа. И государыню-матушку мы не дадим обиду. Ну, дедушки-солдатушки, не выдай! У
комендант Нижнеозерский, все офицеры, солдаты в плену. Злодей так силен, он требует выйти ему навстречу и сложить знамена к ногам. Да что он смеет предлагать? Мы в воинской службе 40 лет и всего, слава богу, насмотрелись. Да кто ж он такой-то? Этот Пугачев! Господь не оставит нас без защиты! Необходимо побеспокоиться о безопасности женщин, покуда дороги не перекрыты. Правильно! Отправим Машу, а меня и во сне не проси! Не поеду! Вместе жили! Вместе и умирать будем. Прощай. Прощай, Маша. Да не оставит тебя Христос. Коли найдется добрый человек,